То, что туда вниз положишь, сейчас просто я быстро покажу для моих любимых зрителей, которые очень интересуются фруктами и овощами и ценами на продукты в Канарских островах. Так, друзья, сейчас, одну секунду. Так, в общем, буду все выкладывать. То, что в магазине в этом были, как он назывался, этот магазин. Так, вот он, его название. Называется он Фиппердино. Так, в общем, вот такие вот. Это у нас йогурты, я так понимаю. Да? Йогурты? Да. Сколько стоит? Я не знаю, у тебя чек. Ну ты же это брала, я просто там не разберусь никогда в жизни. Или хочешь, давай я посмотрю. Сейчас я почеку, смотри. Попробую. Так, как это называется? Греко, да? Греческий йогурт. Греко, точно. Евро. 1 евро. Это 4 вот эти штучки, ага. Да, маленькие? Угу. Так, в общем, вот эти 4 штуки 1 евро стоит. В каждом... Сколько здесь в каждом? Кто его знает? А, 125 грамм в каждой вот этой. Так, пойдем дальше. Вот еще йогурты такие тут. Это тоже так же, да? Нет, это стоит 2 евро. То есть? 4. 4 вот таких стоит 2 евро. А где еще 2? Угу. Ну, в общем, неважно. Вот такие 4 стоят. То есть, получается, 2 раза дороже вот эти стоят, чем вот это Данон. Это еще активнее. Это еще актив. Что делает актив? Чем он отличается? Очень хорошо для желудка, бактерий. В общем, для бактерий хорошо это у нас. Так, теперь вот эта штука. Милрам. Это что вообще вот это вот? Это сливки. 45 сливки? Центов. 45 центов стоит. Вот эти сливки. 200 грамм, да? 200 грамм, да. Так, вот это вот. Это, кажется, варенье, да? Черничное? Черничное. Ну, это вот вкусное, это я знаю уже. 1,59. 1,59 стоит. Вообще, черничное варенье считается лучшим из других, потому что его свойства сохраняются в самом варенье, несмотря на то, что там происходят разные манипуляции с ним. 350 грамм здесь. Нет, он стоит 1,47. 1,47 евро стоит. Так, вот это вот сахар или что это? Мука? Сахар? Да. Сахар? Угу. Так, сахар. Сахар у нас стоит 88 копеек. 1 килограмм сахара. 88 центов. Так, это молоко, наверное. Нет? Лечи. Да. Лечи – это молоко на испанском языке. У них есть разные эти лечи, но вот это вот обычное, наверное, молоко. Здесь 1 литр молока. Какая там цена у него? Ничего, спокойно. 54 копейки. 54 цента. Так. Это у нас соль? Сода? Сода. 1,50 стоит сода, 250 грамм соды. Так. Это фарш. Сколько стоит? 500 грамм, полкилограмма фарша. Фарш стоит у нас 3,49. 3,49. Это полкилограмма, да? Или килограмм? Полкилограмма. Полкилограмма. Это значит, килограмм стоит 3,49, 7 евро. Стоит 3,25 стоит вот эта рыба здесь. В смысле, килограмм или вот эта штука вся? Нет, эта штука. Вот эта штука, да. А там килограмм не написано, да, сколько стоит? Нет. Тут, по-моему, не так много. 400? Да. 400 грамм. То есть 400 грамм стоит... Подожди, сколько? 400 грамм стоит 3,25, да? Да. Это значит 3,25, 3,5. То есть получается килограмм 7 евро. Примерно так. Точно сейчас заморачиваться не будем, но примерно так. Ну или чуть больше, да. Так, это, наверное, масло, да, или сыр? Масло. Масло. Масло стоит 1,60.
чем-то. 1,59. 250 грамм масла стоит 1,59. Это на хлеб мажут или это маргарин? Это хорошее масло. Хорошее. Можно и в готовку. А, то есть и на хлеб мазать, да. И в готовку. Окей, так, вот это вот капуста. Килограмм капусты стоит 89 этих центов. Стоит килограмм капусты. Потом килограмм бананов стоит 79 центов. Кстати, между прочим, эти бананы, мне кажется, дешевые. Нет? Да, это дешевые. Это, я их просто брал, я обратил на это внимание. 79 центов стоит. Так, это что такое? Это... Лечо написано. Гущенное молоко, гущенка, да? Один ух ты, ничего себе. У них есть такой сгущенка? У них много всяких. Да? Угу. У них зато сметанные проблемы. Это та, которую мы имеем в виду. Потому что, ну, по идее, это должно быть это, потому что написано же молоко там. Вот это как... Написано сахар, типа. Сахар, ну, написано, сгущенное. В общем, вот такое сгущенное молоко. Сколько тут грамм? Сколько тут грамм? 150. Непонятно, сколько тут грамм. Банка, в общем, стандартная. Банка, да, стандартная. Очень странно, конечно. Что там не написано? Где-то должно быть написано. Написано 397 грамм. А, 397 грамм. Сколько раз я сказал? 1 евро. 1 евро стоит. Так, все, масло. Масло жидкое, разливочное. Это хорошее, потому что экстра вирджин. Экстра вирджин, это... Это что значит, если экстра вирджин? Ну, это самый хороший, первый отжим. А, первый отжим. Масло первого отжима. 3 евро. 3 евро. Литр. Литр вот такого масла. Так. А если второй отжим будет, сколько стоит примерно? 2 евро. То есть на евро меньше? Да. Ничего себе. Второй отжим тоже. Угу. Он не пахнет даже практически. Так, ла... Это рис у нас. Цигала, рис. Рис у нас стоит... Полкилограмма риса. 65 центов стоит такой рис. Так. Вроде тут... А, нет, тут еще тут что-то у меня заложено. Так, хлеб это... Вот эти три типа французских батона стоит... Не помнишь сколько? А, евро, да, стоит? В общем, три вот таких батона, евро один стоит. Это, кстати, тоже недорого. Да, вроде бы. Так, яйца. Сколько? 2,15. 2,15 стоит яйца. 4, 6, 8, ой, 10, 12, да. 12 яиц. Это самый крупный размер. В общем, самые большие яйца, которые здесь только есть, 12 штук стоит. 2,15. Есть намного дешевого, дешевле вариант. Я надеюсь, вы слышите. Так, это что у нас? Это сметана. А, вот, кстати, со сметаной здесь большие проблемы. Вот это, возможно, сметана, это точно неизвестно. Но... Это сметана. Сметана, да? 1,69, дорогая. 1,69 сметаны. 200 грамм всего. 200 грамм сметаны, 1,69. Стоит 30%. Так, а это что такое, какао? Да, натуральное. Какао натуральное. 3,45. 3,45 стоит какао натуральное. Ты что, какао любишь? Я буду готовить торт. Торт? Поэтому. С тортом? Или для торта? Торт с какао. А, торт с какао. Так, а это что такое? Помидоры. Помидоры. Ну, в смысле, помидоры, да. Сейчас. Сколько они стоят у нас? Помидоры стоят 1,30, 1,29 евро. Это килограмм, я так понимаю, 1,20. Так, вот эти вот шоколадки. Шоколадки стоят 88 копеек. 88 копеек, одна шоколадка, 150 грамм. Так, тут какие-то еще у нас вещи. Это у нас курица, скорее всего. Это курица, да. 1100 грамм. Сколько стоит? Килограмм сколько? А, вот. Вот здесь есть килограмм. Стоит 2,40. Стоит килограмм. А эта курица стоит 2,75. Это креветки. Они же начинают пахнуть. Так, эти креветки стоят... Креветки на 4,25.
4,25 евро стоит 800 грамм вот таких креветок. Это такие большие, да, в принципе, не маленькие креветки. Так, дальше что там еще есть? Вот эти давай баклажаны. Баклажаны. Это же баклажаны же, правильно? Да. Стоит 89 центов стоит килограмм баклажан. Что вот это вот такое? Крабовые палочки. Очень недорогие, 79 центов. 79 центов стоят вот эти крабовые палочки. Их тут... Сколько же их тут? Ну, такие большая упаковка, нормально. Два слоя их. Сколько там, не знаешь? Написано. В общем, не важно, сколько их. 250 грамм. 250 грамм. Так, вот эта штука, эти хлопушки. Эти хлопушки я уже пробовал. Сколько стоят они? 1,59. 1,59, 300 грамм. Нормальные хлопушки, кстати. 1,53. 1,53. Так, шоколад вот этот большой. Очень вкусный, я люблю такой. Очень вкусный. 300 грамм шоколада, евро 15 стоит. Очень дешево. Очень дешево. Еще одна. Это что? Сливка. Это уже, кажется, была сливка. Та же самая. 45 копеек. Там сметана. Сметана еще одна. Так. Это сыр. Сыр. Сколько стоит сыр? 2,745 1 килограмм сыра, а вот этот кусок стоит евро 71. Так, это салат, да? Это капуста. 69 копеек стоит вот эта вся штука, да? Ну, это тоже не очень, видишь, я так выбирал самую лучшую. Угу. Там вообще 69 копеек стоит. Вот эти вот. Орехи. О, орехи грецкие, ничего себе. Да. Так, сколько? 175 грецких. 175 грамм не грецких орехов стоит 2,70 евро. Так, Сан Милан. Это что у нас, масло тоже или нет? Это такой, как мягкий сыр. А, сыр, ага. 100%. Так, сколько здесь? 200 грамм, я думаю, здесь 200 грамм. Мне кажется, 200 грамм. 200 стоит грамм? Евро. Евро стоит 200 грамм. Так, вот эти вот помидоры, как его, сок, не сок, а как называется это? Ну, я не знаю даже, как сказать, паста, ну, такая. Выжатые помидоры, да? Паста. Сколько стоит она? Порванные помидоры. Да, разорванные. Они стоит одна такая пачка, 350 грамм стоит 34 копейки. 34 евро, цента стоит 350 грамм. Одна пачка. Так, все? Да. Вот такие дела, друзья. Так, и все это вместе, чтобы вы примерно представляли, вот эта вот вся еда, которую вот я только что назвал, она стоит... Так, сколько она стоит? 12 евро? Нет, не 12 евро. 57 евро она стоит. 57 евро 17 центов. Такие дела. Это магазин, вот еще раз, Хиппердино, в городке, который называется, как он этот? Лас Шафирос. В общем, это Канарские острова рядом с Санта-Крузом. Мы сейчас находимся в деревне Атого. Вот, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.